Коллеги, всем добрый день. Меня зовут Светлана, со мной мой коллега Андрей. Добрый день. Мы готовы начать наш вебинар. Если вы готовы, нас слышно и видно, поставьте, пожалуйста, огонечки, плюсики, чтобы мы знали, что нас все видят и слышат. Отлично, есть контакт. Сегодня мы поговорим о возможностях системы Axelot WMS X5 при учете товаров в различных упаковках на складе. Ориентировочно наш вебинар займет около 40 минут. В конце вебинара, как обычно, мы ответим на ваши вопросы. Вопросы вы можете оставлять во вкладке «Вопросы» или в чате. Мы в конце обязательно на все вопросы ваши ответим. Ну, а мы начинаем. В системе Axelot WMS X5 реализован механизм учета товаров в разрезе различных конфигураций упаковок. Собственно, что же представляет из себя конфигурация упаковок? Это совокупность из нескольких упаковок, которые вкладываются друг в друга с определенным уровнем иерархии, которая определяет возможность вариантов распаковки и влияет на подбор упаковки при планировании задач. В процессе складской обработки запасов зачастую возникает необходимость принимать, хранить, упаковывать товары одни и те же с различной вложенностью. То есть иметь на складе упаковки одного и того же товара с различным квантом упаковки. Такая необходимость обычно возникает, например, когда различные торговые сети просят поставить один и тот же товар в упаковках с различным квантом. Андрей, готова передать тебе слово, чтобы ты более подробно раскрыл нашу сегодняшнюю тему для коллег. Собственно, тебе слово. Светлана, спасибо. Всем еще раз здравствуйте. Так, начну с того, что добавлю к словам Светланы о ситуациях, когда возникают такие потребности для учета такого товара, да, на складах. Как Светлана сказала, потребность возникает, когда мы должны поставить товар с той или иной кратностью. Также это может произойти, когда мы являемся получателем товара, и производитель, если у нас нет жестких договоренностей с производителем, как он должен нам поставить товар, производитель может изменить упаковку и присылать новую поставку с новым квантом, да, исходя из какой-то своей логики, и мы должны научиться как-то с этим работать. Это вот еще одна, да, потребность. Также хочу сразу отметить, что если у вас ведется учет товара, то есть если у вас есть такие упаковки, и каждая номенклатура с раздельным квантом – это отдельная номенклатура, да, номенклатурная карточка, то есть одна карточка, допустим, по 10, другая карточка по 12, третья по 16, то это, скажем так, целевая схема обработки товара, и тогда в данном случае функционал в разрезе конфигурации упаковок будет здесь излишним. Итак, но начнем мы с того, что рассмотрим вообще варианты учета, возможные на складах. И начнем, значит, рассмотрим варианты и их сложности, и ситуации, в каких они применяются. Да? Начнем с первого варианта реализации учета. Это учет, когда... Учетная единица – это минимальная единица измерения, то есть там штука, килограмм, метр, какой-то флакон и так далее. Ну, то есть самая минимальная единица без учета коробки, в которых она хранится. То есть система не знает, какие есть коробки, не учитывает это, просто храним в разрезе базовых единиц измерения. Недостатками данного варианта учета является отсутствие возможности планировать складские операции в разрезе именно упаковок. Нет возможности учитывать упаковки с различным квантом, то, о чем как раз мы и говорим. Ну и при складских операциях приходится вручную пересчитывать количество. Да? То есть нам приходит заказ, там указано какое-то количество в минимальных единицах, нам нужно понять, сколько это коробок. То есть это ручной пересчет, дополнительная возможность допустить ошибку. Это первый вариант учета. Следующий вариант реализации учета – это когда мы учитываем также в минимальных единицах измерения, но при этом в систему загружена информация, и система знает, какие есть упаковки товара, и благодаря этому может планировать операции кратно упаковкам,
мы можем ограничивать зоны, где можно отбирать коробками, где можно отбирать палетами, где можно отбирать штуками и так далее. Это первое преимущество. Следующее преимущество – система автоматически пересчитывает, да, количество из базовых единиц в единицы упаковок и, исходя из стратегии отбора, планирует уже операции кратно упаковкам. Недостаток этого варианта заключается в том, что здесь мы, опять же, не можем учитывать различные кванты, да, когда у нас коробка по 10 есть, коробка есть по 12. То есть они не вкладываемые друг в друга, в совершенно различные коробки. То есть система не будет, она будет понимать, что есть такие упаковки, но где конкретно, в какой ячейке, какая конфигурация, она не будет об этом знать. И при выполнении складских операций нужно будет, ну, лишний раз, допустим, вскрыть коробку, да, когда мы могли бы этого не делать, если бы мы четко понимали, где какая конфигурация. Так, и следующий вариант учета – это учет как раз в разрезе конфигурации упаковок. То есть, когда система понимает, какая конкретная конфигурация у нас есть на остатках, где она лежит, и какую конфигурацию нам нужно отгрузить. То есть, что такое конфигурация? Это совокупность упаковок, вкладываемых друг в друга с определенным уровнем иерархии. То есть, если у нас есть упаковка, допустим, по 5, она вкладывается в коробку по 25. Это одна конфигурация, а вторая конфигурация будет, если у нас есть упаковка по 10, она вкладывается в коробку по 50. Это вторая конфигурация. То есть они не вкладываемые друг в друга. То есть конфигурация упаковок определяет возможность вариантов распаковки и влияет на подбор упаковки при планировании задач. Итак, чтобы ничего не упустить, еще раз подытожим, что, какие задачи мы стремимся решить данным функционалом. Это управлять существующим множеством вариантов конфигураций, учитывать эти конфигурации и понимать, где какая у нас хранится, и выбирать при необходимости, при приемке, при отгрузке ту или иную конфигурацию. Запускать компрессию, то есть мы можем собирать одну конфигурацию в одной ячейке, другую в другой ячейке, чтобы потом при необходимости, если мы хотим перейти планомерно к целевому состоянию, то есть когда у нас одна номенклатура, это один вариант упаковки. То есть вот такие задачи мы преследуем. То есть основная задача – это вести учет и управлять этими конфигурациями. Так, теперь перейдем от, скажем так, теоретической части, да, именно к рассмотрению возможности типовой функциональности в системе Axolot VMS. Для того, чтобы включить функционал учета в разрезе конфигурации упаковок, мы должны активировать настройку в разделе NCI конфигурации упаковок, после чего в системе активируется раздел в номенклатурной карточке конфигурации упаковок и в регистрах учета, которые фиксируют движение товара, остатки товара, добавляется разрез учета конфигурации упаковок. После того, как мы включили эту настройку, при загрузке, либо создании вручную, либо загрузке из Excel, если по каким-то причинам у нас нет интеграции с корпоративной системой, при появлении, ну, любым из способов упаковок в карточке товара, вот в данном случае мы видим, да, у нас товар имеет единицу, упаковку по 10, упаковку по 50, упаковку по 5, упаковку по 25. То есть какое-то множество упаковок, да, с которым нам нужно что-то делать. Итак, при загрузке данных упаковок, ну, допустим, из корпоративной системы, да, посредством обмена, в системе будут создаваться конфигурации упаковок, связанные с этими упаковками для данного товара. Вот в данном случае у нас в системе создались две конфигурации.
Первая мы видим 1.5.25, вторая 1.10.50. То есть система автоматически рассчитывает, видит, что по кратности какая упаковка, какая из упаковок соответствует какой конфигурации. И сама ее группирует. Наименование автоматически прописывает, да, по коэффициенту, чтобы сразу было понятно, какая это конфигурация и что в себе она содержит. Так, далее. Каждая конфигурация – это отдельный объект в системе, который имеет наименование, который имеет структуру, вложенность упаковок. И при необходимости мы можем добавлять конфигурации, удалять конфигурации, переопределять конфигурации. Вот как на данном слайде внизу мы видим, что упаковка с коэффициентом 25 – участвует в конфигурации 1.5.25. Соответственно, мы можем переопределить это участие, перенести из, ну, если по каким-то причинам, допустим, система либо неправильно распределила, неправильно может произойти распределение из-за того, что, допустим, у нас не своевременно. То есть сначала мы выгрузили часть упаковок, потом догрузили какие-то оставшиеся, и нам нужно их правильно распределить. Либо мы включили учет конфигурации упаковок уже после загрузки NSAI. Мы можем самостоятельно распределить конфигурации, упаковки по конфигурации. То есть это все доступно администратору системы. Далее мы рассмотрели, что происходит в системе при включении функционала. Дальше рассмотрим, как отрабатывает система в процессе складских операций с товаром в разрезе конфигурации упаковок. Мы рассмотрим приемку, инвентаризацию, то есть постановку на баланс, процессы хранения и комплектацию и отгрузку заказов. Начнем с оприходования. Постановка на баланс запасов может осуществляться либо в процессе приемки, либо в процессе инвентаризации. При выполнении этих операций мы выбираем соответствующую упаковку, в которой принимаем тот или иной товар. И как мы видели ранее, каждая упаковка у нас соответствует конфигурации, и поэтому система понимает, какую конфигурацию мы сейчас либо приняли, либо проинвентаризировали, поставили на остатки. И, соответственно, после этого у нас на запасах будет храниться товар в разрезе той или иной конфигурации. Также стоит отметить, что приемка новых конфигураций, если они были ранее не заведены в системе, может осуществляться с TSD, то есть в процессе приемки есть функционал создания упаковок, то есть при создании новой упаковки, если она не кратна другим, система автоматически создаст новую конфигурацию, и мы примем новую конфигурацию сразу непосредственно на TSD. Также важным моментом является то, что если у нас достаточно полные данные по штрих-кодам товаров, и если у нас разные конфигурации имеют разный штрих-код, то в системе может быть настроена связка штрих-кода с конфигурациями упаковок, и, соответственно, при сканировании штрих-кода система сразу поймет, какая это конфигурация, и нам не нужно будет выбирать, соответственно, упаковку, в которой нам принимать товар. Так, это что касается оприходования товаров. Далее, после того, как мы оприходовали товар, мы, собственно, должны видеть отчеты, где что у нас лежит, и, соответственно, отчеты позволяют видеть, какая конфигурация, в какой ячейке у нас хранится, на каком поддоне, в какой ячейке, в какой зоне. И, соответственно, любой отчет можно сформировать в разрезе конфигурации упаковок. Также по мере хранения товара возникают необходимости перемещения товаров, каких-то других складских операций, и, возможно, нужна необходимость запрета смешивания различных конфигураций, скажем, в одной ячейке. Для этого есть функционал, который позволяет настроить запрет смешивания различных конфигураций упаковок. Данный запрет можно устанавливать на уровне зон. Почему на уровне зон, почему это удобно? Например, на уровне зоны коробочного отбора, откуда мы отбираем коробками, это актуально, потому что, отбирая коробки, мы должны
четко понимать, какую коробку мы с каким квантом должны отобрать. Система нам спланировала там один квант, а если мы смешаем все в одной ячейке, мы можем ошибочно отобрать другой квант. Поэтому это целесообразно делать, допустим, в зоне коробочного отбора. А в зоне штучного отбора, когда мы в любом случае все коробки вскрываем, отбираем там штучно, то здесь уже не актуально, можно эту настройку не включать для зоны штучного отбора. Так, это что касается хранения товаров. Теперь переходим к отбору заказов в разрезе конфигурации упаковок. При отгрузке заказов нам важно отгрузить конкретную конфигурацию тому или иному заказчику. Соответственно, при формировании заказа мы должны указать, какая упаковка будет отгружена. Исходя из этого, мы понимаем, какая это конфигурация системы при планировании. При планировании заказов, при планировании отбора заказа, видит, где же на остатках хранится какая конфигурация. И, исходя из этого, создает задачи на отбор именно той конфигурации, которая необходима. Как мы видим на данном слайде, после планирования нашего заказа, давайте вернемся, обращу внимание, что вот первая позиция – хлебцы хрустящие, да, конфигурация 1.10.50 у нас заказана, и после планирования заказа у нас именно эта конфигурация и попадает в расход. То есть система выбрала именно ту конфигурацию, которая у нас прописана в заказе на отгрузку. То есть система однозначно понимает, какой запас подходит под отгрузку, а какой нет. И не даст отгрузить, да, соответственно, не ту конфигурацию. Так, это что касается отгрузки. Так, еще раз подытожим. Значит, мы рассмотрели функционал конфигурации упаковок. Он нужен, если у нас есть товары с различной вложенностью в коробке. И если мы их, то есть мы отгружаем коробками, и нам важно понимать, какую коробку мы отгрузили, с каким квантом. И, соответственно, если каждый квант в учетной системе – это отдельная номенклатура, то данный функционал излишен. Также данный функционал помогает перейти как раз вот к этому целевому состоянию, да, когда мы можем разграничить эти упаковки, собрать их где-то в определенном месте, а потом при переходе на отдельно новую номенклатуру просто произвести инвентаризацию. То есть этот функционал нам помогает как учитывать товары, так и переходить к, скажем так, порядку на складе к новой системе учета целевой, когда у нас отдельно каждая номенклатура – это отдельный квант упаковки.